Мои, приветствую вас! Мы, наконец-то, в одной из самых вкусных стран мира, и называется она Армения. Все знают о моем пристрастии к кухонным ножам, но сегодня это нечто особенное. А все потому, что у нас, я начну, конечно, с шефа. А здесь сегодня необычный шеф, это Седрак Мамулян. Это не просто шеф, это хранитель истории, искусства, кулинарии всей Армении. А сегодня у нас в студии, я положу этот замечательный тесачок Седрак Рэмбо. У нас сегодня в студии, новоиспеченный уже не сказать, человек, который уже возглавил Федерацию ресторанного спорта Армении, Айк Бубаханян. Представляю этого человека, я думаю, 12 человек, счастливчиков лиги, домашней лиги ресторанного спорта Армении, похлопают этому назначению. Друзья мои, действительно, сегодня великое событие, велико оно тем, что у нас целый хранитель, не единственный, но глобальный на территории Кавказского региона, а именно Армении. Седрак, наш уважаемый шеф, готовит для нас. Начинай, что ты будешь готовить? Я предлагаю очень свежий салат. А можно смотреть камеру, там есть зрители. Будем готовить салат. Набирали мы, зукини, или у нас говорят датмик, вот так называется. В России кабачок? Кабачок, да. Редиска, помидоры будем использовать и разные перцы. Но кислую среду мы будем получать из айвы. Айва – это очень хороший продукт. Но все члены нашей лиги знают, что я как президент из айвы или айвы, как угодно, айва, я думаю, готовлю неплохой сладкий пирожок. И многие им… Да, он запекается. На десерт очень хорошо. Да. У нас тоже есть такой десерт. В следующий раз… То есть это армянский все-таки десерт? Да. Израильтяне говорили израильский, но, наверное, обманули. Вообще-то айва в старине называли армянскую… царь фруктов, вот так. Царь фруктов. По-английски как и называется? Queens? 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 Королевский? Королева, да. Ну что, мы начинаем нарезать королеву, а мягко в плане информационного, в плане беседы переместимся к нашему президенту Федерации ресторанного спорта Армении. Айк Борисович, такая свалилась тебе неожиданность, но я тебя не сильно напугал, смотрю, ты даже еще и как бы меня готов маленько растормозить. Планы развития, что планируется? Во-первых, да, действительно, ты как-то это самое вот мне неожиданно сделал такое очень интересное предложение, но так как мы думаем, что кулинария – это все-таки для любого народа это возможность представить свою культуру. Кулинария – это искусство, национальная кухня. Поэтому я думаю, что именно посредством национальной кухни мы тоже должны и сплачивать народы, и показывать свою культуру другим народам. А где есть культура, где есть искусство, там есть мир. Это значит, мы развиваем дело мира. Александр, с тобой. Прекрасно. Вот, поэтому, да, спасибо. Планы хорошие. А со своей стороны уже хочу сказать, что Айк инициировал и создан в Фейсбуке, в других соцсетях домашняя лига ресторанного спорта Армении. Прошу любить и жаловать, вступать. Дорогой мой, у нас в 2020 году, ты уже в курсе, по должности планируется чемпионат мира, который пройдет в Болгарии по ресторанному спорту. Вот я заготовил даже билеты эти, которые Федерация ресторанного спорта Армении будут пригласить на все три дня соревнования выданы в квоте. Есть квота для Армении. Армения принимала нынче третий чемпионат мира. В первом чемпионате команда Армении принимала участие. Место не помню, не буду говорить. Это не важно. Будет ли занята квота команды Армении в 2020 году в Болгарии? Она не только будет занята, эта команда займет такое место, что ты обязательно его запомнишь. Вот. И в следующий раз, когда мы будем вести передачу, уже будешь говорить, что это было первое место. Это уже доживи, у меня в Кыргызстане было то же самое. Эмиль Эмильевич, молодой шеф, сказал, только первое. Ну и поклялся на всем, что можно. Привет ему огромному молодому шефу. Но в этой связи
Что у нас продолжается? Это у нас на цукини мы переходим. Да, на цукини, да. Вообще-то иногда люди говорят и думают, что цукини или кабачок сырым нельзя кушать. Но это неправильно, да, неправильно. Можно, не только можно, но и очень полезно. Друзья мои, время худеть или кушать кабачок сырым. И вот наш уважаемый шеф, как и наши друзья в Болгарии, болгары, называют неправильно вот это вот. В Болгарии это называют вообще, армяне сейчас просто удивятся, и зрители наши замечательно, чушка. Так вот, мы всей федерации ресторанного спорта пытаемся приучить болгарских товарищей, что это во всем мире называется болгарский перец. Да. Вот, был он желтый, красный, там, коричневый, любой, это все равно болгарский перец. Это то же самое верно, как и черри, но это ближе к черри, да? Да. Вот, изобретено в Израиле двумя нерадивыми или очень радивыми студентами, которым вместо семечек захотелось покушать маленькие, аккуратненькие помидорки. Что они сделали известно, сейчас весь мир употребляет это одно из, там, не знаю, скольки гениальных изобретений этой страны. То есть, святой земли, помидорки. Дорогие друзья, пока вот идет этот процесс, запахи, мы работаем на 4D, но запахи я не могу передать, красота просто неимоверная. Хотел бы пригласить, пользуясь случаем, вот, и, наверное, все-таки буду вас заставлять, армян очень трудно заставить, поскольку армян больше в городе Москва, да, в России, в Соединенных Штатах, и вот на родном языке армянском просто их приходится заставлять говорить. Я приглашу человека, который, наверное, по-армянски что-то нам скажет, пригласит на мероприятие будущее. Это вице-президент Евразийской Федерации ресторанного спорта. Что неудивительно, и армянин. Симак Саакян, прошу, дорогой мой. Спасибо. Нет, мы его между собой. Как вы, спасибо, дорогой. Туда за смотрим. Так, начну по армянскому. А ты со мной не советуешься, ты у себя в стране. Конечно, по армянскому. Варадес, Аргени, Варикамбер, Юля Джаравуд. Ուրեմն պատիվ ունեմ ներկայացնելու և հրավիրելու ձեզ աշխարհի առողջությունը, սենց մի հատ հետաքրքիր անվանում ունի, որը կոչվում է ռեստորանային սպորտ, որը տեղի ունենալու այսի 15-17-ը 2020 թվականին, ինչ-որ բոլերիդ հրավիրում ենք. Ну, дорогой мой, вот Евразийская Федерация ресторанного спорта выделила на федерацию 40 бесплатных билетов. Да, ты можешь вот вручить торжественно под фото, ну, лицом, билетом к фотографиям. Шагаю. Ты как деньги вручаешь? Ты как деньги? У нас федерации коррупции нет. Не, а мы не привыкли. Вот так, вот. Вот замечательно. Ну все, теперь как бы это все. А, дорогой мой, я переведу просто на русский язык то, что ты сказал по-армянски. Я в совершенстве владею 26 языками, а федерация у нас, напомню, на сегодня 28-я, плюс 2 глобальные World Federation и Евразийская Федерация, где ты служишь вице-президентом. Ты мне поясни, как идет работа в других регионах, которые ты курируешь. Вот, я сам был недавно в Кыргызстане, как бы это под твоим направлением. Грузия, как у нас Грузия? Грузия. Что-то мы работаем? Грузия. Ты недавно со мной. Грузии при мне. Грузии наши братья, ну конечно, да. Отличные. Пата, помню, у вас была прямая связь. Мы даже не знали друг друга, да. По телефону даже. Они даже пели звали, песню, да, из Мимино, да? Из я Мимино. Отсюда именно оттуда, да. Но заплакал, да. Но, тем не менее, мы ждем в том числе Грузию, там есть определенная проблема, но политического характера, к сожалению, мы в это дело никогда. Питание со времен Луи XI политикой не занимается. Все помнят, как знаменитый король возил в обозах, извините, не представителей известной профессии, а великих шефов Франции. И все договора без приготовления до того блюд, соусов не совершались. То есть король английский садился покушать, накрывали французские шефы, ну, соусами они были известны. И после этого, ну, кто мог отказаться подписать свою какую-то подпись на каком-то договоре, когда он уже доволен, сыт, будем говорить, пьян. Дорогой мой, спасибо тебе. Спасибо тебе, ждем тебя, как руководителя. Все, выводим большого человека из кадра. Рады, что такого уровня человек. Гордимся вот нашим братом, да,
Тебе тоже спасибо, Рад. Все, спасибо, Симакчан. Нет, Симакчанович прав. Мы популяризируем, мы уже ушли из кадра, мы популяризируем название все-таки аутентичное. Шефы, наверное, это все-таки больше, ну, как в России говорят, понтов по-армянски, есть такое слово какое-то? Ну, понтов? Да, понты там. Даже нет в армянском языке такого слова. Ребята, у нас шефы, которые всегда назывались поварами. Чудесники кухни, кулинарии. Уважаемые, что мы сейчас делаем? Можно вот так? О, мы сейчас смешали все эти продукты, заправляли маслом. Так, масло какое? Масло... Армянское производство? Да. Армянское. Да. Кстати, экологически чистое. Да, экологически чистое. Да. И наршарабом сока из граната. Гранат. Да. А гранат это армянское, да? Армянское. Ну, это вообще, да. А, да, у нас да. Это Кавказ. И мы хотим, чтобы гранат, название, только относилось к ягоде. Ягоде, да? А не оружение. А, мы еще и пацифисты. Да, я хочу сказать, что как пацифист и ученик вот этого замечательного человека, мы выпустили 110-й номер международного журнала «Честь имею» к столетию Михаила Тимофеевича Калашникова. Ну, извините за мою первую профессию, специалиста по стрелковому вооружению, но мы маленько переобулись, и вот всемирное наследие, это наш рейтинг-центр, это частный ЮНЕСКО, стало нам не чуждо, мы продвигаем это все на мировом уровне. Дорогой мой, можно пару слов на армянском языке для того, что, как мы будем развиваться и так далее на одном языке? Հարգելի հերոստատիտողներ, մենք իհարկե մեծ ծրագրեր ունենք, այդ ծրագրերը կապված են մեր հայկական խոհանոցի զարգացման, ներկայացման, աշխարհով մեկ տարածման խնդիրների հետ է կապված, և ի վերջո դա իհարկե մենք պրոպագանդում ենք դրանով մեր ազգի մեծ հնարավորությունները, որտեղ դուք գիտեք, որ երբեմն այլ ազգեր փորձում են ոտնձգություններ ունենալ մեր ազգի տարբեր ուրեմն ստեղծված տարբեր քաղաքական նվաճումների առումով մենք շուտով անց ենք գալու մի մրցույթ, որտեղ մենք կընտրենք, թե ով է լինելու այն թիմը, որը գնալու է աշխարհի առաջնությանը, որի մասին մենք խոսեցինք, սա ուրեմն 20 թվականին Բուլղարիայում տեղ ունեցող աշխարհի առաջնությունը, և այդտեղ կլինի Հայաստանից թիմ, բայց այդ թիմը պետք է ընտրենք։ Եվ այդ թիմը ընտրելու մեջ մեր ֆեդերացիան պետք է ունենա իր հանձնաժողովը, և հանձնաժողովը կազմակերպի այդ ընտրական փուլը։ Я со своей стороны хочу перевести нашим русско- и прочим язычным друзьям. Все будет хорошо. Со своей стороны Всемирная Федерация Ресторанного Спорта, Евразийская Федерация Ресторанного Спорта поддерживает, и хочу открыть секрет, что Сидрак дал свое согласие уважаемому президенту стать вице-президентом по развитию, кто как не он, кулинария Армении, связана с именем Мамуляна и связана с его именем. Но есть еще очень известные бренды, великие бренды в Армении. Мы не могли пройти мимо, поскольку это замечательное заведение, оно уникальное. Оно находится, вот меня Игорь Васильевич, представь это место, пожалуйста, и мы пригласим человека, который просто чуть-чуть расскажет. Это очень известная фирма в Армении, ей уже почти 100 лет. А искусство, которым она занимается, это очень древнее армянское традиционное искусство, это ковроделие. И вот ковроделие, которое, как мы считаем, одним из очагов зарождения ковроделия в мире вообще была Армения, сегодня, вот, благодаря фирме «Мегелян Картен», значит, мы можем говорить о том, что возрождается древние... Друзья мои, мы озвучили название этого божественного имени. Вот это коврыка самая, да? Да, даже здесь это производится. Я бы хотел пригласить практически своего армянского друга, не боюсь этого слова, брата, поскольку он Леонид, я Леонидович знаю. Леонид Древосян. Я неправильно что-то по-моему. Все правильно. Но память хорошая. Дорогой мой, проходи вот сюда, к своему производству. Буквально
два слова, чем ваши ковры отличаются от других ковров? Вот, вот. Ступор. Наверное, рисунка прежде всего, да, национальная? Я думал, на русском. Это на армянском. Чуть-чуть на армянском, чуть-чуть. А поскольку ну, это все-таки промышленность... Я могу отличаться да. тем, что именно армяне еще до нашей эры вязали армянскими двойными узлами. И сегодня мы этими узлами вяжем только мы. И еще все вот пряжу, нитки мы красим натуральными красителями. Это я с собой могу натуральными. Да, возьмем. Хорошо, хорошо. Друзья мои, я вот... 600 цветов там 600 цветов приблизительно и, у нас. Уважаемый Леонид, еще пару слов. Вот уже президент Федерации тебе, я думаю, два билета вручит. Прямо сейчас. Прямо сейчас, в прямом эфире. И по-армянски... Это не реклама. Нет, это не реклама. Это все бесплатно. Друзья мои, я хочу сказать, что вот эти два билета попадают в очень великие руки людей, которые возрождают традиции, продвигают их. И хотелось бы просить на армянском языке, на родном, пригласить всех твоих друзей, всех болельщиков на наш чемпионат мира. Очень скромный, но там будет очень нескромно. Поедим нескромно. Если я еще выпиваем. Майстер Вери Амар, шатмец Цанкутян, шатмец Нелькин Марумов, Иманкер Нелин Болюра, Разат Нелин Равир, Мимознакцен, Бугария и Мекайло, если не цаскаться. Ну, вот все мастерцы. Я мастерцем, я как отлично. Я вообще ампор. Спасибо, дорогой. Мы к чисте аджапцам карик чуне, поэтому я не люблю рафанан мел аджапцам. Танка, футбол а идти мне не надо. Я люблю футбол, а не чего. Я хочу перевести с нашего, друзья мои, хочу перевести с нашего родного армянского языка то, что мы приветствуем чемпионат мира, который пройдет в Болгарии с 15 по 17 мая 2020 года, и обязательно хотим стать спонсорами этого чемпионата. Это шутка, конечно, пусть принимают решение. Они не боимся. Там, они что... боятся. Ну, да. Тогда мы нашего боимся. Армянского замечательного друга берем к себе под крыло в качестве спонсора и просто требуем, чтобы ну, 50 ковров отработал со всего мира зрители. Там только актеров мирового уровня будет порядка 50 человек. Там будет соведущий, не буду говорить с русскоязычной стороны, кто с болгарской стороны, человек, который вел в Болгарии безумную адскую кухню и так далее, и так далее, и так далее. Тут многие, приходите. Но самое главное, будет мой дорогой друг Леонид и хозяин предприятия, тоже думаю, из Соединенных Штатов. Да, в Соединенных Штатах вчера отметили год создания, со дня создания Федерации ресторанного спорта Соединенных Штатов Америки. Приедут на наше мероприятие. Спасибо, дорогой. Спасибо вам. Не забудь. Друзья мои, мы медленно, вот с этим, мы с этого начинали, да, это моя слабость. Кидаю это хорошо, но стреляю лучше. Дорогой мой, что у нас получилось? У нас получился свежий салат, как стартер. То есть, покушав этот салат, у нас откроется аппетит, и мы будем наслаждаться уже. Дорогой мой, можно я тебе впервые, наверное, в жизни скажу, что ты ошибся? Я на него только посмотрел, у меня открылся аппетит, я уже хочу есть. Но такому великому, гениальному повару, друзья мои, но язык у меня не поворачивается сказать, что он повар. Это человек, который в себе, на себе, вместе вот с Айком Борисовичем, с другими, с нашим вице-президентом, который тоже армянин, как оказалось случайно, недавно только об этом узнал, поскольку, ну, Симак, мы уж так лет столько сдружились, даже однажды на самолете вместе падали, ну, как видите, мы здесь. Вот. Я, честно говоря, с официальной причиной здесь, я пригласил бы Симака сюда тоже постоять не надо проходить вот сюда да я как я как президент уже мы бьемся за право мы не подеремся никогда потому что мы это Советский Союз правильно но кто и не был в Советском Союзе все поймут что уровень таких людей как Томас Гуклер
Наше все это, Виктор Беляев, мы ждем на чемпионате, я думаю, как всегда, не подведет. Вручение кубка — это только Виктор Беляев, больше я никому это не доверю. 527 грамм золота, на минуточку. Но федерация любит золото, федерация любит бриллианты, ни в чем себе не отказывает, ну в этом, по крайней мере. И вот шестым в мире, а многие следят за, это, за этим, вот этот знак очень скромный. Ну, коробочка не очень скромная, но мы поделили по-честному. Коробочка раз, коробочка два. Зрители готовятся к бурным аплодисментам. Друзья мои, World Master, 8 бриллиантов, платина, золото, World Federation of Freestyle Sports. И я с огромным удовольствием вручаю этому гению, этому историку кухню Армении. Я думаю, он сделал для Армении очень много, и настало время, а тут уже скажет свое слово и Симак. Я не буду закреплять, все это закрепится. Mm-hmm. Это будет красиво, поймите, просто это прямой эфир, это займет время. Пусть вот так повисит, ничего страшного. Или вариант номер два, давай вот сделаю вот таким образом. Можно коробочку собираю. Так, да, коробочку и вот вручаю вот так. Вот, 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 вот. Армянину. Ребята, это не использование личного положения высокопоставленных лиц. Проходите. Все сюда, руку, вот так. Это не использование личного положения, это действительно великий человек. Если бы нам раздвинули здесь вот это вот все безобразие, мы и вчера кушали у него, и сегодня покушаем, мы бы преклонили, как рыцари, колено перед главным нашим рыцарем кулинарии. Он действительно велик, и я считаю, мы будем в этом деле продолжать. Друзья мои, ну вот как-то не хочется мне вот этот вот момент удалять. А что если мы таким нормальным, братским, кулинарным образом закончим эту передачу? Друзья, давайте бурные аплодисменты. Кто? Вот. Мы здесь, мы в Армении, это уже четвертая выездная передача, и поверьте, их будет очень немало, но на сегодня Армения — это одна из вкуснейших стран мира. На этом и хотелось бы закончить. По-армянски до свидания, я думаю, все знают. Ну-ка, быстренько. Вот туда. От нашего народа. Большое спасибо тебе. По-армянски туда скажи. Мер кумите, мер хайжоуртин кумите, славмак. Да, каждый пару слов. Венгерюча, мец, турагарусум. Уважаемый шеф, пару слов. Ես ուզում եմ իհարկե շնորհակալություն հայտնել այս բարձր պատվինաժանանալու համար եւ շնորհակալություն հայտնել Ալեքսանդրին։ Ընդհանրապես իմ կարծիքով խորհրդարական աշխարհը աշխարհի ամենահանրությունն է եւ հենց խորհրդարության միջոցով մենք կարող ենք բոլոր աշխարհի ծայրերում տարածել բարությունը։ Ну, а к нашему президенту я выйду с просьбой сказать по-русски. Все-таки мы не забыли сказать, это была маленькая домашняя заготовка. 2021 год, президент Федерации ресторанного спорта Армении Айкбубаханян под патронажем Евразийской Федерации с участием вице-президента проведет в октябре месяце первый открытый чемпионат Армении на уровне высшей лиги Всемирной Федерации Ресторанного Спорта. Скажи пару слов по-русски, пригласи. Мы всех приглашаем из всего мира, всех стран, которые участвуют в нашей Всемирной Федерации Ресторанного Спорта, принять участие в открытом чемпионате Армении в 2021 году в октябре месяце. А нашим всем зрителям, всем нашим поклонникам, всем людям, которые ценят кулинарию, всем большой привет и всем с Новым годом! От себя скажу, приезжайте в Армению, очень вкусно. До свидания. Спасибо.